Здравствуйте, дорогие зрители канала «Дача без проблем». Меня зовут Екатерина Осипова. И сегодня мы поговорим об основных принципах ухода за комнатным папоротником, чтобы он радовал вас зеленью круглый год. А в конце видео я покажу небольшой лайфхак, как украсить папоротником ваш интерьер. Комнатные папоротники – это экологические индикаторы вашего жилья. Они поглощают токсины и очищают воздух. Залог красоты и здоровья вашего растения – это правильный полив, опрыскивание, освещение и правильный грунт. Итак, коротко о благоприятных условиях содержания вашего папоротника. Первое – полив и опрыскивание. Папоротники – это тропические растения, поэтому они любят регулярный полив и влажный воздух. В зимнее время убирайте папоротники подальше от батарей и используйте увлажнители воздуха. Второе – освещение. Большинство папоротников – теневыносливые растения, но они все равно нуждаются в хорошем рассеянном свете. И всегда избегайте попадания прямых солнечных лучей. Третье. Правильный грунт. Папоротники любят кислые почвы, поэтому можете при пересадке подкислять субстрат торфом. Четвертое. Пересадка. Своевременно пересаживайте папоротник. Лучше это делать раз в 2-3 года в весенний период. Пятое. Защита от вредителей и болезней. Если ваше растение немного приболело, внимательно смотрите его на наличие симптомов. Некоторые виды папоротников подвержены грибковым заболеваниям и прикорневым гнилям. Защитить ваши растения вы можете любыми фунгицидами, такими как Previcur Energy, Fufanon Nova и другими препаратами. А для борьбы с вредителями используйте привычные вам инсектициды, Prestige, Actera и любые другие препараты. И последний пункт – регулярные подкормки. Для этих целей я 2 раза в месяц использую удобрение для декоративно-лиственных растений от фирмы Joy. Оно снабжает растения всеми необходимыми микроэлементами, стимулирует активный рост и обеспечивает профилактическую защиту от болезней и вредителей. А теперь лайфхак. С помощью листа папоротника и обычной фоторамки можно сделать вот такой ботанический декор для вашего интерьера. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе, как ухаживать за вашими комнатными растениями. Пока-пока!